Так где Эпик-то, ёбаный в рот? Внизу, там, где Давай. колба. Там где сова. Где колба? А, нихуя. Я-то думаю, хули там равист прыгает, блядь. Сука. Я не упущу подобные вещи. Рожу, блядь. Короче, на сферке синтек, блядь. Да можно присмотреть? Я лечу, конечно. Да, давай, давай. Сука. Синтек въебал какой-то смузи, блядь. Ой, этот мистери, блядь. Хорош, блядь. Жена, говорит, принесла смузи, говорит. Рот, говорит, горит, блядь. Чё она там тебе насыпала, блядь, чеснока? Какой-нибудь этот, как он называется-то, нахуй? Лемонграсс какой-нибудь дохуярила туда. Так, ну вот рыба... Курген, этот, ну ты, наверное, Лингрен на Келе будешь. Конечно. Ты его где танчишь? Где скажешь. Короче, это самое. Я вот не знаю, будет он мешать или нет. Ну. Короче, вот тут вот умеешь за этот за шип забегать. Сюда забежишь, чтобы он сюда прибежал. И все. Угу. Ну а там это самое. Со сферками, когда агру поднаберешь на нем. Не знаю, там тяжеловато, конечно, будет, но это. Отбежишь там. Если будет нормальная агру, чтобы побили немножко люди. Так, на... Кстати, шкаф. На кинетике кто у нас там? Грибзол, наверное, да? И Давакин. И... И Синтек, наверное. Давайте по зонам разделимся. Тыкните на шкаф. Так, ну Синтек пускай в этом в звездочке в центре. А я не хилю? Или хилю? Ты в хиле, но ты это... Бей гневом эту кинетику. Пиздец. Вот. Давакин в треугольнике, а в кружке будет это Гримзол в той стороне стоять. Так, вот Гримзол в кружке. Давакин в треугольнике. Ну, смотрите, какая ситуация. Если вы, допустим, Синтек такой стоит звезде и смотрит, первая кинетика падает в треугольнике, вторая падает там в кружке, и третья кинетика, допустим, падает тоже в треугольнике. Ты подбегаешь, помогаешь. Ты, ну, помогаешь, подключаешься, типа. Вот, в зависимости от того, ну, одна исчезает, новая появляется. И вот именно когда появляется, вам, ваша задача, вам троим, увидеть, где она, и среагировать уже на эту хуйню. Вы немножко больше можете бегать, и это, ну, вас должны прохилить, в принципе. Еще раз, где я возле треугольника, да? Ты звезде. Ты централизуешься, потому что ты хил. Вот. Из формы выходишь там и кастуешь по кинетике. Ну, остальные, что у вас касается. Вот если кинетика падает, и, ну, там, люди с метками там далеко от нее, она не должна опускаться ниже, там, не знаю, 15 метров. То есть в три роста синтека, допустим, она не должна опускаться. Если такое происходит, вы все быстренько, мгновенные хуй не даете РДДшные. Даже хукмастер может там лик смерти кастануть, чтобы она не упала. Потому что, ну, если она будет падать, мы вайпаться будем. Ну и все, Лингрен на этом. На Келесите, я на двоих. И самое главное с пула. Давакин дашь на меня на пул это Талдорама. Их история тоже Талдорама. Остальные два роги Валанора на пулите на меня на Войда. А Мрависта поменять надо. Куда? Срочно на замену, блять. Ну так-то нету замены. А что у тебя случилось? Пиздец. Травма не выпала. Хорош, бля. Ну портуйся, я хуй знаю, что портуйся. Хули рассрочно. Он лок какой-то, волкер, Белоране. А, воздух поставлять, ну да, надо, а то, блядь, затопишься нахуй. Кто там в Белоране? Вот друид инвалид, блядь, Грук. В Груле. Волкер, он 63-й лог, блядь. Хули волкер.
Ну, напиши, я чего знает, пойдет наш челк. А вот это тот, короче, Волкер, он писал, что он, короче, как-то видел смс-ку, что он говорит, блин, сейчас не могу, говорит, короче, так в рейды ходить, потому что он то, ну, где-то там на работе, короче, и через ноут. Он написал, ну. То есть забываю постоянно. Ну, значит так бьем нахуй, хули поделать. Должно хватить всего ДПС, блядь. 100 лямов, нахуй, нихуя себе. Но он был на этом, на сфере же, да? Или нет, Равис? Нет. Кстати говоря, может вы вчетвером захилите, может синтеков сову спекнуть? Хотя, нет. Захилят, они захилят вчетвером спокойно. У нас почти, ну, когда, короче, били в начале боя, упали все, осталось я их хули, по-моему, вдвоем захилить. Ну давай в это, в сову синтек тогда. Ты вспомни прошлый раз, в 5 хилов ходили? Ну да. Оставь так же, мне кажется, нет? Похуй, жри, ресы и ману. Есть тебе что пожрать? Да. Реально, у кого-то есть дикие маги, нет? Припоты? Да, дай обмен. Да не посетил. Поделюсь с тобой. Да как где? Даже с места не сдвинулась. Спасибо. Пожалуйста. Так, все готовы, да я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. На второй вихрь ты, наверное, даешь. Вот на этот я дал. И, сука, милики, отбегайте лучше нахуй. Не сдыхайте, потому что это под незыбкой было. Сейчас вот смена цели и вихрь через 3 секунды. Он должен, в принципе, начать каст. Милики в центре, там хуйня, отойдите. Этот самый... Чё там по агро на нём? Главное смотрите вомен нахуй, главное не сорвите келеси там. Это будет вайп. 200 тысяч. 200 тысяч агра всего лишь. Это значит срывать его нельзя. Не сорвите. Вы по 700 тысяч набираете, блядь, за открытого моба. Смотри, мистери, вомен смотришь? А у меня его нету, но я... Ну вижу. Так значит скачай. Я не буду против, если кто-нибудь мои 2к хп хилит, ладно, сама. Я не успел еще. Чё-то драма была. Сфера, звезда, кинуть. Дайте Геру, кстати. Бля, закинула она. Да, блядь. Я хуеваю, блядь. Круто вам лежится там. Чё у тебя с маной, синтек? А, у меня нет маны регена. Сою. Как это, блядь? Вот так вот. Ты что, обкурился, блядь? Чем ты бьёшь сферы, блядь? Я? Каким скиллом? Я в ахуе, блядь. Вот давай, наверное, этот. Да. Так, забери ядро.
Оно мне не нужно. Келеси-то бейте. Только с танка не заберите сферу. ДПС залупа. Рез, я хулидринка, короче, синтек, попробуем. Квадрат падает, смотрите. Не люблю щиты, у тебя собака есть вызвать ману, Рез? Минут. Ну, нормально пока. Кинетика, кинетика. Захилите. Пизда, блядь, ну пиздец. Так, даю незыбку. Ну, у меня хуёвые новости. До берсы 5 минут, а процентов на боссе 60. Это означает, что мы низ не вывозим по ДПС этого босса. Давай, наверное, высоко. Я думаю, наверное, падать надо. Ладно, ложитесь, давайте еще раз попробуем. Так, ПС 6000 ДПС. ПС, а что с тобой? Ты вылетел, что ли? Ложитесь, стопайте хил. Опустите сферу. ПС хуевый. Надо, короче, хилов напрягать. Не, ну по ДПС мы так не вывезем, если так играть. А это, кто знает, палкой поднимается, это как она называется, жезлом поднимается кинетик? Мне кажется, любой дамаг. Да, можно дот раскидывать, и он от дот тоже будет подниматься. От дот он не поднимается, блядь. Да как не поднимается? Поднимается от дот, я тоже проверял, от шока поднимается. Я шок кидаю на сферу, она поднимается. Ну шок, да, там же входящий дамаг есть. Ну там дота, он висит просто от доты и все. Она поднимается от него. Хорошо, если так, то хорошо. Но смотри, этот самый синтек. Ты ману дотами не проебывай. Ну короче, сделай так, чтобы ты по мане не проебался. Ни одна не упала. Ну, надо, типа, короче, хилов поставить на кинетику, потому что нам не хватает ДПСа в босса. Собрались, пришел. Синтек, ты это, вынеси там скилл, открой книжку, сделай, найди скилл первого уровня и его кастуй, чтобы у тебя мана не кончалась. Он там и быстро стоит. Будешь бить. Да, и доты тоже. Если доты вешаешь, тоже первого уровня поставь. По-моему, оно не поднималось никогда. Смотрите, только вальку не спульте. Ну, давай на кинетику, значит, гримзола тоже на босса поставить, такая ДПС не хватает. Сейчас у нас журависта не было. Значит, на кинетику поставим и какого-то приста. Какой из пристов может кинетику побить? Жезлом покастовать. ДЦ может кары побить. Я не про то. Я какой сейчас? Вот, кто типа, ну, возьмется это делать? А что, мне с собой бить босса? Ну да. Стой назад. Зубраджин, возьмешься побить эту? Как оно, блядь? Молнии, вот эту хуйню. Ага, так, Зубраджин. Потом кто еще там бил? Так, Зубраджин. Ай, блядь.
хорошо подготовился, что собираюсь. Давай я на генетике посижу, от меня все равно дамага ноль. Ну да, ноль, нахуй, 11 000, блядь. Там вон у Миликов, блядь, по 8 000. Я еще думаю, надо пала на двух поставить, а мне на келе, блядь. Этот самый. Так, зубруджин. Давай, зубруджин, ты тогда в кружке. А в чем у тебя проблема с Валанаром и Талдаром? Да там проблем нет. Просто надо побольше агро на этом, на келе набрать. Локи, поставьте шкаф, пожалуйста. Так, ну Гримзол тогда бей босса. Или подожди, или может быть тебя на звездочку тогда Гримзол поставить. А Синтек пускай бьет, он больше даст. Давайте на звездочку. Двакин также в этом треугольнике. Но это все равно 2 дд минус. Значит, на взрыв будешь холидринг давать эту массакру. Если он второй дает, когда открытый валанар будет, то на второй взрыв айнавин дает. Только лин, блин. Он не может. Я могу. Хан спрашивает, он также на кинетике? Да, да. Так, что, мы меняемся по боссам? Ну да, на келе поставим. Так что на пулы на этого, на Лингрена. Двоих. ПС-а что-то лагает, блять. 5 000 ДПС-а. Ну с таким ДПС-ом не убить, блять. Все готовы? Сейчас, секунду. Даю отчет. Че, у нас танки поменялись? Да, да. Да. На Лингрена наполевать. Там подхилите, нет? А, поднять, наверное? Поднимай ровист холидринка, блять. А ты сдох, блять. 7 стаков не прохил. Так не бегай, блять. Да 7 стаков не убивает. Ну вот убило. Все, все. Не бегай, не бегай, стань на месте. Все. Потом добежишь, стаки скинешь, через 10 секунд и побежишь бить. А лежать мертвым не надо. Все, идите келесь это все бить. Выведи его из угла, Малин. Литренько боялись или нет? Я же говорил, да. Ну так хоть когда убьем, если так будем лежать. Все, идите уже на Талдрамы. Бафы там обновите, попало, если не обновили еще. Спред аут.
Если мало хп после вихря, стойте, постойте, блядь. Не бегайте, блядь. Вот, захилили вас, можете пробежаться. Но потом постойте, чтобы стаки скинули. Кстати, Геру не давали, можете дать Геру. Зубру, есть там? Если есть, поставь, пожалуйста, я поставлю. Гимн. Семь секунд до келеса, это готовьтесь туда бежать. Три секунды. Можете заранее бежать там. Там огром... 9 штук. Что-что? Дебафы, дебафы снимайте. Просто не двигайся. Она наносит урон только тогда, когда двигаешься. Что вы на нее, блядь, повешали, сука? Там воронка под ней сейчас появится, отойдите. Вы пьяные, что ли? Нахуй вы бежите обратно в эту воронку? Дать пьяные люди играют в Warcraft. Все, цель сменилась, идите отсюда. Ну это что за хуйня, блядь? Два носка, это что, блядь? О, я бью, блядь, этого ебаного Волонара, я не знаю, что это. Это бомбы, наверное, у тебя. Это швермак, возможно, для тебя. Кинетика, кинетика. Не урните кинетику. Семь секунд до келеси там. Побежали, побежали к нему. Мирите. Идите сюда. Там воронка сзади, посмотри. Домиликов, наверное, не достает. Нормально достаем. Побежали, побежали. Все, убегайте там другого босса. Кинетику луну не уроните. Луна вот падает. Алло, блять. Прием. Блять, не знаю, помогла вам эта незыбка, нет? Не знаю. Это же сокровище от Далмас. Если вторая будет оставаться, то это... Да вам дашь. Да я тоже сдал, блять. Ну ладно, похуй. Тогда лучше разбегайтесь, сейчас вихрь будет, если могущий. Лучше разбегайте сейчас на вихре. Свои сейвы собственные отдавайте. Вот, разбежались. Не понял, нормально.
В принципе, не так много хп у босса уже. Кинетика. Не расслабляйтесь. Манна дайте. Манна, паладин. По Навену. Все друиды и этот Иннер. А, бежали. Бегите к этому. Келеситу. Хуярьте, вы его добьете. Прям за всех сил хуярьте. Красавчики. Куя сложного на боссе. Сколько до берсы было? Минута еще. Минута с копейкой, да. 58 секунд. А, ну да, опять всякая хрень. Воятель, Гир. Не, воятель хороший, но... Воятель это не хрень. Там осколок еще. Так, секундочку. О. Я танчить буду, буду брать его, буду этот. Навалю идем. Так, да, там, пошлите, навалю, там биг дэм. Получается, я после биг дэма. Ну да, если кому-то уже идти, надо лучше Вальку убить. Там мы сейчас ее убьем и все, походу. Да давайте я лучше захилю. Хилишь? Я в одного не, это хули пала работает. Я не, я пас. Давай, пуль. Ну так 2-3-4, 2-10 имба тут. Ну, на этом боссе. Я безумно часто вижу, как хапал и хилит 4-4. Поэтому на всякий случай. Вальку вообще в Т10 хилит. Хапала. Да, 2-4, 2-10 имба. Надо, я могу зайти на хапала. Мы как в прошлый раз. Как в прошлый раз хилили мы. Че, мне на хапала зайти? Нет, ты в этом. В ардрушнике с ними полетай. С Эннвеном. Ладно. Чего вы не бьете? Алес. Биг дэмэджа вопрос, мы пойдем после этого добивать. Ну, если народ соберется, то можно сходить. Куда? Ну, все там пробовать. Ну, не добить хотя бы там, что про фасин дроу будет. Выйдите, служу. Чего у вас там в десятке говоришь? Проф на стрибот осталось в десятке, да? Там проф Синдра и Рич остался. Пошли сходим, добьем. Так а в прошлый раз кто-то летал с Айновеном? Гримзол, по-моему, летал, да? Раз я заходил на холле паладина. А. Гравис.
Ну тогда просто половину протолу. Проебали, я проебал. Да. Да, пока трэш отойду на минуту. Я там странно. Да, он с у вас такой навык, блядь, если все порталы будут короче. Как начали делать? Кто-нибудь он ЛДЦ кинется на него. Тут впереди не стоит, на китайщик. Батька, вот там собака лает. Давайте чипку сделаем на Валитре. Там вообще. Какая чипка, блядь? Ну просто берем слабейших ДДшников, они в портал заходят. В обычке давай делать чипки, нет. Так в обычке она, по-моему, не делается. Делается. А че мы ее до сих пор не сделали? Охер. Ой, простите, это вслух? Да, ничего страшного. Ну, а ты че, не права хочешь сказать? Че я? Ну, ты права. Мы что, гильдия овер 9000, что ли, или че, блядь? Блять, еле леди убили второй раз уже это. Понты пошли. Скрипя зубами, скажем так. На тюрем, да. Не, ну мы даже в обычке же этот квест не сделали. Я хочу в Накс на ачивки. Не умираешь. Я не умираешь. Да-да. Иди, кто тебя держит? Вы какую-то хуйню хотите, я вообще не понимаю, блядь. Я понимаю, если бы мы все это закрытыми глазами чистили, можно было бы хоть что сделать. Накс какой-то, блядь. Тут Накс рано, короче. Давай кину, шо? Ну так, я пойду на лича мага, а буду по привычке блинкаться с платформ. Да, в Даларане. А кто говорил уходить надо, что-то не понял. Давай кин. А, он все, ушел уже? Ну да, наверное, все. Но нет его рядом. Да, в два раза. Валька это не просто босс такой, это, типа изичный, там все равно, блядь, напрягаться надо. Кто из локов? Блядь, возьмите копье, не убивайте его. Это, может на этом кто-то попробовать демона спекнуться, но я не умею вообще играть. Мистер Ролан, ты да, поддержишь? Я могу, если на, могу демона спекнуться, но я не могу играть вообще, я там, ну, чтобы бафу дать. Да да, и в середине стоит, да и все больше. Можешь в рейд бегать, потому что я буду лечить тебя, а от тебя будет лечиться рейд. Ну ты понял, да? Хорош. А у меня там по 200 тысяч будет лечить. Клан кам-кам. Кам-кам? Кам-кам, да. Так, ну моя зона, значит, слева будет. Так, а чё у нас по хилам, кто Вальку хилит? Там майновенный синтек. А с ними кто летает? Хочешь спекнуться, полетать с ними? Да, мне без разницы, я просто спрашиваю, надо, нет хила спекаться, я вот к чему. Ну это, ну давай, хули, спекайся. То веселее будет летать. Ну лучше к ним ДЦ отправить, если есть. Там проще будет. Ну насчет ДЦ хуй знает. А я на рейде посижу. Нет, по порталам летать это холи приз, холи пал. Самый идеал. Не, чтобы захиливать их. Надо, чтобы кто-то, кто знал, что там делать, да, чтобы это самое. Кто с пристов может лететь? Присты. Вот меловица может. Не-не-не, я не очень летаю. Да тебе не надо летать, ты в цели. Короче, Гримзол там. Вот, видишь, они там не были, так что летай с ними. Ну,
ты позиционируешься именно как хил, это, Вальки, не то, что там, там синтек вас подхилит. Синтек, блядь, ману как-то резни, там, пожри, сядь. Я резну уже, всё. Я, короче, в квадрате, а Лингрен в этом кресте. Угу, понял. Смотрите, самое главное там, это. Давай, короче, история в квадрате напуливаешь, спирит стопой на Лингрена напуливаете. Рарник, бигдем со стороны квадрата. Остальные все милики на стресс, вот мастер со стороны креста. Ну, РДД там в центре стоите. Два носка, короче, со стороны квадрата, а Эйя со стороны креста. Если что, приморозите мобов, если они на хилов пойдут. Бывает, таунтов не хватает. Все, проверка. Щиток, локи, локи. Все, на мне стоит. А, и Зубрджин. А, ну, в принципе, это сам. Зубрджин, короче, щиток на этом, держи на Лингрене, а присты за войдом, смотрите. Эй, я готов. Все, побежали. Чужаки ворвались во внутренние покои. А что это случилось? Ничего не случилось. А, блин, а то я там спалился. Вон, приоритетом подавления бьете. Толстого после подавления уже. После магов и после подавления. Свечка. Вы даже научились избегать дамаг. Это вообще круто. Только портал открывается, заходите, секунду даю и мадаю. Если что, завис. Ничего страшного, ты не танк, не хил. Виси себе, виси себе на здоровье. Если развиснешь, скажешь, то вдруг и нормально. Кремзолт, если что, с ним должен был стаки летать, ну ладно. А я наоборот, типа, вас хилю. Там ДД волдырнул. Наоборот, что я же спросил. Вы лутаете, главное не столько стаков, чтобы сдохнуть. Ну там, по одному, по два там добавляете. Он побольше по себе добавляет. Ну короче, лутайте стаки. Окей. Ну типа да, то есть если там летаете, ну типа сколько там, 20 уже тяжело прохиливать. Вот эту хуйню можно диспелить там присты. Ну типа если вам не впадло болезнь диспелить. Которая выброс внутренности такая голова, блин. Я пока не могу прочитать это заклинание. Thank you.
Suppressors spawned. Огненный скелет. Че, Геру даю? Ну, смотрите, сколько там у босса. 50%. Мне кажется, не успеет он. Это еще, наверное, портала надо было. Ладно, смотрите сами. Вот на нем стаки сейчас 20 секунд. 70%. Не знаю, мне кажется, не хватает немножко. Смотрите сами. Если что, залетайте в порталы. То пройдете дольше еще за хилью. Да, да, это надо было после следующего. Так, Равист уже залетел. Ресы, наверное. Ну все, стаки свои не проебите, Гримзол, с этим. Вы проебали, да, вам похуй? Понятно. Вы тоже должны стаки поддерживать, чтобы на этот случай, типа, подхиливать. И кто его убил, блядь, интересно? Стаки или что? А стаки, ну, он же не залетел. А Шоки не захилился. Я залетел вообще-то. Просто у тебя уже было что-то 10%, я... Блин, так офигенно, что здесь ваниш работает с ножом. Так-то вам как бы хилить еще 13% хп, блядь. И у вас у всех нет стаков. Сейчас пролетим один. Ты не зашел, да, Иноан? Да, далеко. Да. Зато можно вторую геру дать. Так я так и не понял, как ты сдох от стаков чисто? Да, 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 да. А сколько было их на тебе? 22, что ли. Мне было больше. Больше 30? Почти 30, он. На подавление. Сейчас захилим, что-то чуть-чуть осталось. Респонд. Еще как-то странно летите, я почему-то за вами стаки и опять это поднимаю. А он сплэш дает, мы касаемся, он сплэш дает, и тебя касается, ты тоже летаешь. Ну сейчас 9 ему вылечу. Ну, Валька в берсу вошла, блядь. Заебало сразу ждать. Сейчас двойной трэш пойдет. Че, Гримзол там толстый его бьет, я что-то не могу вкурить. Вы че, танки, смотрите. Не допускайте мобов к хилам. Че там, блядь? Видишь, как долго идет без стаков эта хуйня вся. Репроцент остался. Ладин, закиньте руку, что ли, в нее. Бинтами ее. Короче, двадцатник надо двумя где-то 40. Сейчас, сейчас опять. И заходите ради того, чтобы продлить его. Вам эта шея нужна? Шея, пиздатая. Первая шея для танков, ну, конечно, нужна будет. Не нужна. Отказываюсь. Там осколок, кстати. Ладно, я такой МРО надеюсь на это. Может, Лану попробуем? Хотя бы один трой. Так, Рарник. Даши. А, где? Да, Нежнов. Теперь я точно хоть печеньку заберу. У меня штаны, штаны нахуй. Все, 2000 ГП там где-то, да? Вообще пиздец. Слакер самый. И чё, там за 2 месяца ты махнешь? 1500 ГП, хорош. Не знаю, что ты горожан хейтишь. В
там идет Айнавен, не люблю щиты, истории, Биг Дэм. Штаны, штаны надо идти кому-то? Да нет, зачем они? Боссы, да. МП5. Я раньше брали, сейчас на фильм уже. Дай кому-нибудь без ГП там в спек какому-нибудь ретрику. Короче, mm-hmm. еще за босса и еще, короче, 300 mm-hmm. сверху бонусом тогда. 500 типа еще. Да. Ну ничего, ты щедрый. О май. Добряк. А что, Синдра пиздец вообще, да? Что, Синдру хотите? Что-то? Да нет, пожалуйста. Ладно, минут 10 будем чистить трэш. Да, мне кажется, мы трэш будем чистить миллиард лет. Типа уже РТ конец. 15 минут. Знаете, уже это на следующей неделе убьем, блядь, с первого, когда сразу это, и пойдем уже чистим, блядь, все остальное. Это сейчас что за воскресный Андерсон? Воскресший Андерсон. Хуй знает. Андерсон, блядь, я про него тысячу лет не слышал.